мы привыкли видеть корабли такими. Но что, если сделать нос таким? Судно с инверсным носом расходует меньше топлива и при этом двигается быстрее. Для сравнения, когда обычный корабль выдает 8 узлов на спокойной воде, а по технологии X-Bow разгоняется до 13. И это не единственное преимущество. Во время шторма обычные корабли сильно качает. Но судно с инверсным носом разрезает волны ниже их поверхности и гасит толчки. К тому же отрицательный угол обшивки защищает палубу от брызг. Это идеальный вариант для пассажиров, страдающих морской болезнью. А знаете, откуда инженеры черпали вдохновение при создании такой необычной формы носа? Кто-то уже догадался. Знаменитый дракар из Гокстада. Его раскопали археологи еще в конце позапрошлого века. Именно этот круглый выступающий нос судна привлек внимание инженеров.